Почти 2 миллиарда рублей требует взыскать с подрядчика по строительству метро компании «Моспроект-3». Это следует из документов Федеральной службы судебных приставов. По их документам иски компании подали около 100 компаний. Суммы разные. Кому-то недоплатили всего 60 тысяч рублей, другим 20 миллионов. В Центре транспортной логистики, который выступает заказчиком работ по строительству подземки, нам рассказали, что все обязательства перед «Моспроектом-3» выполняются в полном объеме. То есть ему перечисляют деньги, предусмотренные контрактами.